Социально-экономическое развитие столицы республики обсудили на совещании под председательством главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Мэр Черкесска Алексей Баскаев рассказал о планах развития города, капремонте школ, городского ДК, дворца детского творчества, а также о благоустройстве общественных зон, ремонте дворов и дорог, об улучшении работы общественного транспорта. Буквально через неделю начнется благоустройство территории вокруг Малого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», обновленные общественные пространства. Это не только комфорт горожан, но и рост туристической привлекательности и активности бизнеса, что в будущем положительно скажется на экономике города и позволит создать новые рабочие места. В этом году начнется реконструкция детской поликлиники Черкесска. Прежде будет организована маршрутизация приема маленьких пациентов в специализированных лечебных учреждениях города. 2025 год для республиканской столицы станет юбилейным. Указ о праздновании 200-летия основания Черкесска подписан президентом Владимиром Путиным. И благодаря реализации запланированных проектов юбилейный год станет для регионального центра и прорывным, отметил Рашид Тимрезов.